Угольные компании Сулюкты передали семьям, пострадавшим от таджикской военной агрессии, уголь на безвозмездной основе. Всего было выделено 800 тонн. По 3 тонны твердого топлива на каждую семью, в которой погиб родственник или у которой был сожжен дом. На сегодня в приграничные села уже доставлено 300 тонн угля. Баткен районного... Мы выделили уголь в 4 айлык мэту Баткенского района для подготовки к зиме. Вы видите, что топливо доставляется на места. В основном помощь получат семьи, которые остались без крыши над головой. Мы передаем уголь в сельские управы, которые должны распределить его по семьям. Жители села Аксай, которые получат уголь совершенно бесплатно, благодарны угледобывающим компаниям за помощь. Большинство из граждан потеряли свое имущество, и поэтому перед приходом зимы им важна каждая поддержка. Уголь пришел нам в качестве безвозмездной помощи. Это имеет для нас большое значение. С каждым днем становится холоднее, и мы все нуждались в топливе. Этот уголь для нас на вес золота. Мы благодарим всех, кто оказывает нам помощь в это непростое время, всех, кто приезжает к нам и помогает материально. По информации МЧС, в результате вооруженного конфликта 423 дома были полностью разрушены. Сейчас на их месте идет строительство новых жилищ. Власти планируют завершить строительство в течение 2-3 месяцев. Мы стараемся решить все социальные вопросы пострадавших граждан. Мэрия города Сулюкты совместно с угледобывающими компаниями приняли решение оказать жителям Баткенского района помощь и доставить бесплатный уголь. Сейчас прибыло 300 тонн топлива. Мы надеемся обеспечить все наши семьи углем. Напомним, что своего жилья лишились 423 семьи. Все они получат компенсацию по 300 тысяч сомов. По информации полпреда президента в Баткенской области Абдикарима Алимбаева, средства будут выделяться в 2 этапа. Мадина Низамова, Улан Макамбаев, Ният Эргешева, ЛТР, Баткенская область.